Тоже рада нашей новой встрече. Надеюсь, меня слышно, видно. Огоньками, пожалуйста, помогите мне сориентироваться. Да, все отлично, замечательно. Благодарю. Сегодня у нас такая тема с вами необычная для нас. Вроде бы тоже про диссертацию, но обычно мы с вами говорим как надо. А сегодня мы будем говорить о том, как не надо. Как не надо писать, как не надо ее делать. И вообще, тем не менее, расскажу, что сделать, чтобы избежать этих ошибок. Итак, сегодня, что бы хотелось посмотреть в этой теме, ну, во-первых, понять вообще, на что обратить внимание, где эти, собственно говоря, ошибки искать. Очень частая ситуация бывает, когда человек пишет диссертацию, и если он показывает рецензентам, просто там, экспертам, которым он хочет показать и посоветоваться, и получает ответ относительно того, что много ошибок, он не знает, на что обратить внимание, где эти ошибки отыскать, если они там не указаны в тексте, а просто вот такая общая характеристика работы дана. Вот посмотрим сегодня, где, на что нужно обратить внимание, где они могут у нас найтись. Следующий очень важный момент, мы поговорим о паспорте специальности, потому что тоже это такой документ, который часто из поля внимания аспиранта, докторанта, ну докторанты более продвинуты в этом смысле, это реже бывает, а у аспирантов чаще, когда этот документ из поля вашего внимания уходит, а он очень важный для подготовки качественной диссертации, что в нем учесть, чтобы при работе с ним, точнее говоря, учесть, чтобы не сделать ошибок в тексте, мы тоже с вами сегодня поговорим. Ну и, безусловно, еще один важный блок. Это блок непосредственно о тексте диссертации, когда бывают, опять же, случаи, когда человек пишет диссертацию и не вполне понимает, это уже диссертация или еще не диссертация, или это просто научный текст, который ею еще не стал. Так вот, для того, чтобы понять, всего ли хватает в вашей работе или там есть, назовем их ошибками, да, то есть что-то, чего недостаточно еще проработано, сделано, раскрыто и так далее, да, то есть вот нам нужно сегодня будет вот этот момент еще подсветить и на ваш текст, чтобы вы могли уже еще более профессиональным взглядом посмотреть сами и сделать вот такую экспертизу, есть ли у меня это, насколько это у меня качественно или некачественно. Итак, друзья, прежде чем мы начнем, я хотела попросить вас, поставьте, пожалуйста, в чате, ну, я не знаю, пятерочку, да, те, у кого текст уже есть, диссертационной работы, неважно, в полном объеме, не в полном объеме, но вот чтобы я представление имела о том, что у нас есть уже участники, у которых, да, давайте, 5 – это полный текст диссертации, да, все, что меньше, это какая-то его часть. Если только начало или идея, то есть тоже можете там, так, 3, 1, 2, 0, ну, а 5, отлично, тему согласовать не могу, про тему тоже сегодня немножечко поговорим, 3, 2, отлично, то есть большинство участников из тех, кто ответил в чате, у нас в процессе работы с текстом. Это хорошо, потому что вы сейчас заранее, до того, как вы с ним завершите свою работу, сможете вот эти моменты учесть. Так, коллеги, я обратила внимание, что у нас поднятая рука есть, кто-то задает вопрос или, как бы, если вопрос этот еле случайно, может быть, нажали, если вопрос есть, задайте его, пожалуйста, в чат, чтобы я не переключалась никуда. Итак, давайте начнем с того, на что мы должны обратить внимание внутри нашей работы, для того, чтобы, если вдруг ошибки есть, чтобы они нам открылись, да, то есть какие вообще бывают ошибки, где их вообще стоит искать. Я сначала покажу на блоках, да, то есть где вообще могут они возникать, а потом отражаться в тексте. И, соответственно, потом мы прям детально с вами каждый блок посмотрим для того, чтобы вы могли такой некий мониторинг своего состояния работы провести.
Итак, первый блок, где возможно возникновение ошибок, представлен на слайде. Во-первых, это в области общенаучной подготовки. То есть это вообще, в принципе, ваша готовность к тому, чтобы вести научную работу. Представляете ли вы, что это такое, ее нюансы, насколько у вас, может быть, был курс подготовка там, научных работ. Она может абсолютно по-разному называться. А в рамках аспирантской программы такой курс предусмотрен. Естественно, если вы уже защитили кандидатскую диссертацию, вы понимаете, о чем идет речь. Тем не менее, мы сейчас чуть поподробнее обо всем об этом поговорим. Второй момент – это литература для диссертации, когда мы с вами, не случайно говорят, правильная работа с литературой – это очень большой процент успешности вашей диссертации. То есть если вы литературу не ту нашли, не так с ней поработали, не те аспекты в ней выделили и так далее, это может привести к содержательным ошибкам уже в тексте и, соответственно, тоже повлиять на качество вашей работы. Соответствие требований. На самом деле, когда мы говорим о диссертации, надо четко понимать, что не любая научная работа способна стать диссертацией просто по факту того, что если, например, я пишу монографию, я не обязана вписываться в те требования, которые существуют для диссертации, например, да, потому что это разные работы. А вот если я пишу диссертацию, то я обязана учесть те требования, которые предъявляются к кандидатской или докторской диссертации. Как это сделать и в чем там бывают нюансы, тоже сейчас проговорим. Еще один блок ошибок, который кажется несущественным, на самом деле это очень серьезные ошибки, которые могут привести к не то что некачественной работе, а даже к тому, что вы просто не дойдете до защиты, и поэтому здесь имеет смысл на них тоже обратить внимание. Технические ошибки – это ошибки, связанные с оформлением, с подачей материалов различных, да, тоже сейчас все это посмотрим, сейчас вот пока такой общий взгляд дадим на все, и все это посмотрим. Ошибки организации работы – это когда имеется в виду всех видов деятельности, которые вам нужно вести, кроме текста. И если мы не знаем, как эти работы организовать, безусловно, текст страдает. И опять же, бывают случаи, когда человек долго-долго, много лет пишет диссертацию и не доходит до защиты, потому что работа была организована неверно, и, что называется, сил уже для того, чтобы завершить этот, или мотивация, да, для того, чтобы завершить этот путь защиты, уже просто не хватило. Поэтому вот эти ошибки, они тоже могут иметь очень важное такое значение для самого текста, для его качества, останется ли на это запал. Ну и, безусловно, ошибки, которые возникают прямо внутри текста диссертации, когда мы берем эту диссертацию, начинаем ее читать, мы можем эти ошибки увидеть. И если их разделить на блоки, то это, во-первых, ошибки, связанные со структурированием работы, то есть когда там неверная структура выбрана или структура, которая не соответствует особенности вашей специальности и так далее. Покажу сегодня примеры. Безусловно, содержание самой работы, это и текст, и новизна, и значимость, и так далее. Да? И опять же, казалось бы, для кого-то ну, не очень-то значимо, это напрямик не связано с научной, там, с научным исследованием, но тем не менее стиль языка, то есть научный стиль, которым мы с вами должны пользоваться в работе, если его недостаточно, то работа выглядит очень просто, написанная как будто бы бытовым языком. То есть по ней нельзя сказать, что она там глубокая и так далее, да, с точки зрения науки. Поэтому вот этот весь комплекс ошибок, он может быть, может какие-то частично быть, а может быть у вас вообще все замечательно, и никаких ошибок в этих сферах вы не допустили. Ну, давайте посмотрим повнимательнее, да, на эти ошибки. Я начну сначала с таких, казалось бы, не связанных с содержанием, а как раз будем продвигаться в сторону тех, которые будут связаны непосредственно с самим текстом.
Во-первых, когда мы начинаем с вами, когда мы принимаем с вами решение писать диссертацию, мы должны четко понять, что эта работа не равна выпускным работам, например, из вуза. То есть она не равна ни диплому, допустим, вы учились еще в то время, когда писали выпускные дипломные работы на специалитете, или вы сейчас только закончили, написали выпускную работу бакалавра. Вот это работы не синонимы тому, что вы будете писать. И даже если вы закончили магистратуру какую-то, бакалавр, да, вы сразу не сможете писать диссертацию. Если вы даже написали магистерскую диссертацию, это все равно не равно диссертация кандидатская. И поэтому общенаучная подготовка у вас в любом случае должна быть более глубокая, более серьезная. Где она видна? Где видно, в каких моментах текста видно, что у автора, например, недостаточно глубокая научная подготовка. Самая явная вещь – это терминологический хаос в работе. Это когда автор использует понятия, которые не синонимичны, как синонимы, например. Либо это попытка трактовать какой-то термин не из своей науки внутри вашего исследования, и, соответственно, вы как бы наталкиваетесь на то, что в вашей науке это трактуется так, в той, на которую вы ориентируетесь, на литературу, например, которую вы ориентируетесь, там это трактуется иначе, да, мы когда стремимся к некой междисциплинарности, например, мы смотрим, как вот здесь, как вот здесь, как вот здесь, и вы начинаете путаться в этих терминах, и вот здесь тогда возникает вот этот хаос, непонимание. Что я имею в виду? Давайте на конкретных примерах. Я возьму прям самый простой пример из своей докторской диссертации. Базовые термины, которые мне необходимо было использовать. Инфраструктура, социальная среда. Вот, казалось бы, большое желание было иногда написать социальная инфраструктура, иногда написать просто инфраструктура. Нельзя этого делать, потому что ваша задача, как исследователя, понимать соотношение, не просто суть понятия, да, а соотношение этих понятий друг к другу. И если я, например, да, в своей работе, в теоретической главе, начинаю с того, что есть такое явление, да, и, соответственно, физически существует, и в теории, безусловно, исследовательно, инфраструктура. Я показываю, как этот термин трактуется. И, безусловно, если у вас есть видовое разнообразие какое-то, вы даете это в своей работе, и вот оказывается, что социальная инфраструктура – это только часть, это малая часть того, что называется, собственно говоря, инфраструктурой. Поэтому, если я буду их использовать как синонимы, читающему будет не вполне понятно, то ли я ошибаюсь, то ли я не понимаю этого. И поэтому здесь их нельзя смешивать. Кроме того, например, есть социальная среда, например, да, есть социальная инфраструктура. Опять же, это синонимы? Нет, это не синонимы. Влияет одно на другое? Да, влияет. Как влияет? Вот задача и состоит в том, чтобы не просто использовать эти понятия грамотно, грамотно работать с понятийным аппаратом, но и понимать, что предопределяет или что является частью чего-то. Вот тогда мы можем говорить о том, что вы владеете понятийным аппаратом. Это сразу видно, это сходу видно, как только мы читаем текст. Следующее. Если мы говорим, опять же, об общенаучной подготовке, это владение методами исследования актуальными, важными для вашей науки. И очень часто, когда диссертацию берешь одну, вторую, например, начинаешь читать и понимаешь, что вот в разделе методы исследования вот такое ощущение, что люди просто взяли и скопировали эти разделы. При этом даже в работе не объяснено, почему тот метод или другой метод взят. И вообще, если бы автор работы озадачился этим вопросом, он бы понял, что, например, вот этот метод, он неадекватен тому, той задаче или, например, тому решению, которое он собирается этим методом сделать, добиться, да? Либо
Что бывает? Еще бывает, что метод понятен, метод используется по назначению, правильно, но когда приходит время описывать то, как это было реализовано, автор использует не вполне корректные трактовки. Что я имею в виду? Вот давайте возьмем пример. Есть такой метод исследования, анкетирования. И если, предположим, даже не обязательно, что у вас работа по социологическим наукам. Не обязательно. Это может быть во многих работах использоваться такой метод. И если мы его используем, мы с вами не всегда, да, то есть опять, это не синонимы. Мы не можем сказать, что у нас проведен социологический опрос. И уж тем более мы не можем сказать, что мы провели социологическое исследование. Иногда же это подается как некий синонимичный ряд, как будто бы это одно и то же. Но это вообще разные вещи. Да, да, там есть какие-то пересечения, но нельзя здесь ставить знак равно. Это тоже видно, то есть становится понятно, что автор недостаточно глубоко погрузился в нюансы вот этих вот исследовательских моментов, и он не может их правильно подать. При этом человек, например, в тексте может не указать важнейшие вещи, которые необходимо указать, если вы проводите анкетирование, и уж тем более, если вы проводите опрос. Да, то есть какое это у вас исследование? В рамках, когда вы проводите подобного рода исследования, у вас есть обязательства, да, для того, чтобы мы поняли, мы читатели или мы эксперты, поняли, насколько качественно проведено ваше исследование, насколько мы вообще ему можем доверять. Мы некоторые характеристики должны обязательно указать, в том числе и метод выборки, например, и репрезентативность этой выборки и так далее. И сразу хочу сказать, что, например, в педагогических работах репрезентативность может быть одна, а, допустим, в работах по медицине она может быть другая. То есть вот здесь вот очень важно к своей науке понимать, как прилагается тот или иной метод. И именно поэтому общенаучная подготовка, она все равно как бы в приложении к особенностям вашей науки. Следующее. Часто встречается в работе, ну вот, например, в исторических работах это прям обязательно, и там это есть, и там авторы эту ошибку не допускают. А вот в некоторых других работах это часто встречающаяся ошибка, когда автор диссертации презентует в разделе методологии и методов исследования какие-то методы, какие-то подходы, и не указывает, как он их использует. Хорошо, вы не указали в этом разделе, но внутри, например, работы, когда вы начинаете расширять, углублять вот это свое исследование, мы должны обязательно аргументировать, что, какой метод и в связи с чем мы используем, почему именно его мы используем, чем он более выигрышный в вашем случае, чем все остальные. Это очень важно. То есть мы не берем методы как данность. Вот у меня такие-такие-такие-то методы, потому что у меня работа по математике, например. Ну и что? Она может быть решена абсолютно разными методами. Следующий важный момент – это то, что касается с литературой. Литература, вообще работа с литературой, подбор литературы, я бы сказала, это тоже элементы общенаучной подготовки, но тем не менее я это выделила в отдельный блок. И здесь некоторые вещи, которые обязательно нужно у себя проверить. И первое из этого списка – это так называемая старая литература. И в данном случае я не подразумеваю литературу, как на слайде. Имеется в виду не то, что она ветхая или она какая-то очень древняя и, наоборот, ценная. Да? Вот здесь старая литература трактуется по-разному абсолютно, да, для работ, которые, где она обязательно, ну, например, вы работаете над диссертацией в области истории, философии, может быть, культурологии, да, и вам необходимо показать эволюцию своей темы. И чем более там, и у вас какие-то старые выбран
период исследования, да, касающийся там, других веков, например, естественно, для вас не будет такого понятия, как старая литература, потому что для вас эта литература является центральным элементом вашей темы. Это важно, чтобы вы ее подняли, чтобы вы ее прочитали. Может быть, вы привлекли какие-то архивные данные. Для вас это будет важно. А вот если у вас тема архи вот свежая, вот она прям, вот не знаю, хайповая, это тема, которая вот прям сейчас, вот она прям горит, эта тема, настолько она важна. И вдруг у вас открывается список литературы, и там половина, а то и больше источников, я не знаю, там 50-х, 60-х, 70-х годов. Это не отменяет того, что такая литература может быть в вашей диссертации. Может, естественно. Может быть, вы привлекаете там основоположников вашей темы. Может быть, действительно, идеи какие-то были заложены раньше. Но для вас, для вашей темы важно показать, что вы владеете самыми последними разработками. Вы их читали, вы их знаете, вы в них углубились. И даже в них есть что-то, что недостаточно разработано и позволило вам найти актуальность и значимость своей работы и написать диссертацию. Следующий элемент касательно литературы – это ненаучная литература в списке. В том числе я вот сегодня буду приводить вам примеры, там в нужный момент, да, будет у нас список. И вы посмотрите, что такое ненаучная литература в списке литературы. Вообще у нас нет такого вот прям жесткого требования, что может быть в списке литературы, а что не может быть в списке литературы. Опять же, очень многое зависит от вашей специальности. Например, учебно-методические пособия могут быть в списке литературы, если, предположим, я пишу диссертацию по педагогике. И я, например, анализирую эти пособия, и мне как бы важно показать, что я вот это все сделала. Все, они у меня появятся, но это не пол списка литературы. Возможно, какие-то энциклопедии. Это тоже допустимо в каких-то ограниченных вариациях, но тоже не по всем специальностям. Если вы пишете работу, например, я не знаю, там по математике, по физике, ну, навряд ли там у вас возникнет необходимость энциклопедических работ внутри вашего текста. А отсылка на газеты, на какую-то литературу из серии нон-фикшн, даже какая бы качественная эта литература ни была, предположим, вы пишете работу по маркетингу, по менеджменту, то есть по таким дисциплинам, которые, по таким наукам, которые и в том числе с точки зрения практики очень сильно освещаются в различных ненаучных изданиях. Так вот, ненаучные книги мы не можем с вами показать в списке литературы. Кроме того, отсутствие монографий и основных трудов по теме. Что это значит? Это значит, что у любой темы, какую бы вы ни взяли, вы все равно не будете в ней пионером. То есть вот это может быть не очень приятное открытие, да, но тем не менее это так. То есть существует большое количество исследователей, которые, и вообще все вот эти темы, которые мы с вами берем для исследования, они все равно витают вот в этом научном облаке, да, и вот кто-то ее замечает раньше, кто-то позднее, но тем не менее представить, что какая-то тема вообще никем не исследована, мне, например, очень сложно. И поэтому очевидно, что у вас в первой главе это требование обязательно должен быть показан вот тот задел научный, теоретический задел, который есть в науке, в которой вы пишете диссертацию по вашей тематике. И вы должны не просто показать вот, ну вот что нашла, то и показала. Зашла на e-library, сделала выборку, значит, литературы по ключевым словам. У меня выпало 188 источников, я все их взяла, да и все. Нет, мы так не работаем. А если там одни статьи? А если там статьи, которые не содержат никаких значимых результатов? Да, то есть и мы и статьи-то отбираем, но если мы говорим о монографиях, то авторов, которые вы
приводите в качестве классика в вашей теме, в качестве пионера в вашей теме. Вот желательно, чтобы вы сослались на их монографии, а не только на их статьи, потому что все-таки они должны отличаться весомостью своего вклада в науку от других исследователей, которые недавно начали заниматься этим или еще мало написали, да, и так далее. То есть вот здесь все-таки эти работы должны быть. Как понять, эта работа фундаментальна или нет? Ну, во-первых, безусловно, в каждой теме, когда вы начинаете тему свою разрабатывать, и когда вы осматриваетесь вокруг себя, кто уже этим занимался и так далее, вы в чужих работах уже видите отсылки на этих авторов, что вот этот такое-то определение привнес в науку, вот этот, такие-то принципы, вот этот тот, вот вы эти фамилии себе фиксируете, и вы посмотрите, можно сделать поиск литературы по автору конкретному для того, чтобы увидеть, какие у него есть публикации, и их внести в свою работу, естественно, изучив при этом. Следующая ошибка – это недостаточный список литературы. Наверное, стоило бы тоже в кавычках сделать слово «недостаточный список литературы». Почему? Потому что а каков он достаточный? Да, вы можете задать такой вопрос, мне или себе. И здесь нет однозначного ответа. Опять же, почему? Потому что очень большие нюансы есть по специальностям. Но внутри каждой специальности в принципе, есть понимание того, какой должен быть список литературы. Но, предположим, вот перед вами я прям сняла скрин с диссертации, специально не указываю автора диссертации, чтобы никого не травмировать и так далее. И пример я привожу не потому, что он плохой, это пример, кстати, нормальный. Этот пример как раз показывает особенности науки. Так вот, работа кандидатская, 240 страниц, вот мы видим, так, сейчас я указочку возьму, видно же указочку, да, сейчас, друзья, моргните мне огоньком, появилась указка? Угу, благодарю вас. Вот это, я прям специально сняла скрин, чтобы вы увидели количество страниц. То есть в работе 240 страниц, а последний источник имеет номер 149, то есть всего 150 источников в списке литературы. Более того, смотрите, я обращала чуть выше ваше внимание, что вот учебные пособия – это не очень хорошо. Вот оно учебное пособие, вот оно учебно-методическое руководство. То есть вообще эти издания не являются научными. А мы пишем научную работу, опираемся на научные источники, и не вполне, вот так, если просто бегло взглянуть на список литературы, не вполне им здесь место. Возможно, автор это подает так, что без них, вот без ссылок на эти источники, вот просто невозможно себе представить работу. Возможно. Почему я говорю, что это недостаточный список, может быть в каких-то науках? Потому что объем страниц 240, а количество источников 150. В среднем в кандидатской диссертации плюс-минус, да, там 150, 180, 200 источников. А математика, если мы пишем по математике, физике, то есть по точным наукам, если мы пишем, по медицине, источников может быть существенно меньше, потому что работы короче. То есть работа может быть сама на 150 страниц, и, соответственно, список литературы тоже будет короче. И тогда мы не можем сказать, что он недостаточный. И вот эта литература, кстати, это список литературы, скрин из работы тоже по точным наукам. Поэтому, наверное, для автора, вот для меня бы было удивительно, что работа 240 страниц, а не то, что там 150 источников, потому что по точным наукам вот эта вот взаимосвязь, она такая достаточно понятное. По гуманитарным наукам там может быть и 250 источников, и больше. Это я сейчас по кандидатским говорю, да, то есть, но там и сама работа по числу страниц будет большая. Поэтому ваша задача посмотреть в моей науке, какие особенности по списку литературы, и их учитывать. Следующий нюанс – это лишняя литература. Это наоборот, когда автор добавляет в список литературы вообще вот он просто в какой-то подборке отбирал по ключевым словам, где-то в этой подборке у него возник этот источник, он его сразу в список литературы поместил, и все,
читал, не читал, использовал, не использовал, уже забыл, может быть, да, но в списке литературы эта работа есть. Как идентифицировать лишнее, не лишнее? Ну, однозначно, первый идентификатор, есть ли ссылка на эту работу. Если ссылки нет, однозначно этот источник вызывает вопрос. А зачем он в списке, если вы на него не ссылались? Просто потому что вы его прочитали? Ну да, но таких источников может быть не очень много. Если таких источников очень много, это вызывает вопрос к качеству самого списка и, соответственно, к качеству работы над текстом у аспиранта, потому что возникает вопрос, почему он это не привлек, если он это прочитал. Следующий блок сложностей, ошибок, которые могут быть, это так называемые технические ошибки, которые вообще считаются, ну, никак не влияют на качество. Друзья, очень влияет на восприятие вашей работы. Особенно на том этапе, понятно, что когда вы уже вывешиваете работу перед защитой на сайт ВАК, она уже, конечно, проверена, и там, скорее всего, а часто, кстати, и бывает, что ошибки сохранены, но, скорее всего, ошибок, опечаток там не будет. Но мы часто сталкиваемся с такой ситуацией, когда на этапе такого ознакомления научной общественности с вашей работой, с вашей новизной, на этапе экспертизы, ваш научный руководитель договаривается с тем, чтобы кто-то из коллег или из экспертов почитал вашу работу, и отправляется диссертация, которая вот прям черновик, вот в том смысле, что там просто опечатки, неграмотно оформленные предложения или слова, или вообще какие-то копипасты, вот прям другой фон, например, то есть понятно, что это прям куски какие-то. Вот это ни в коем случае так нельзя делать. И даже если вы понимаете, что ну у меня же работа не окончательная, это же черновик, это же все понимают, это все понимают, но вывод как бы о вас, как об авторе, о вашей заинтересованности работе, о вашей глубине погружения вот в качество вообще подготовки работы, все равно люди сделают и на это обратят внимание. Следующая техническая, казалось бы, ошибка – это использование таких форм изложения материала, которые не информативны для вашего материала. Они не подходят, они неправильно подобраны. Предположим, буквально сегодня я читала, там, правда, не диссертационная работа, я проводила экспертизу темы, и там предложены графики, да, иллюстрации, там не графики, там диаграммы, которые вообще не отражают, вот то есть, чтобы понять, что хотели сказать авторы, это вот прям нужно постараться, то есть ты сходу не можешь не то что понять ценность, не то что увидеть, ах, какие они молодцы, ты даже суть не можешь понять. Поэтому вот здесь будьте внимательны при выборе, например, иллюстрации, то есть что это будет, круговая диаграмма или столбиковая. Очевидно, что если вы хотите показать долю чего-то в чем-то, конечно, тут вот эти круги вам помогут. Если вы хотите показать что-то типа рейтинга, да, больше-меньше, ну, конечно, здесь нам лучше подойдет гистограмма, которая или горизонтальная, или вертикальная, где мы увидим, мы вообще можем ее выстроить в последовательности, да, она у нас будет и красиво выглядеть, она не будет рвано смотреться, и она нам будет быстро показывать ту информацию, которая нужна. Поэтому вот здесь это очень важно. Или другой пример такой технологической ошибки, когда автор не подбирает вообще никакую форму. Например, у вас в работе есть, да хоть даже результаты той же анкеты, или вы провели какое-то исследование, и у вас возникли цифровые данные. И автор не заморачивается, он их ни в табличку, ни в какой-то график не делает, он их просто в тексте пишет. Столько-то того-то получили, это такой-то процент от того-то, а здесь получили столько-то того-то, того-то, того-то. Друзья мои, попробуйте прочитать этот текст сами. Вы вообще, вы на третьем предложении потеряете смысл вот этой, особенно если вы в таком формате устанавливаете связь между какими-то параметрами. Вот вы сначала дайте таблицу,
чтобы читатель вашей работы, эксперт, увидел общую картину, а вы подсветите вот те нюансы, которые очень важны, да, для восприятия. Еще один важный момент, когда упускается в тексте отсылка на ту или иную статью, на ту или иную табличку, график, диаграмму или приложение. Если в вашей работе есть приложение, то вы обязательно должны указать в тексте, когда мне на него посмотреть. То есть вот что такое отсылка в тексте на эти иллюстративные материалы? Это как указатель на дороге. Вот вы показываете, здесь повернуть, да, вот здесь только прямо движение. Так и тут. Вы пишете, а вот сейчас, да, там результаты этого представлены там-то. И вы мне сказали, посмотрите вот на такую табличку, да, таблица такая-то. Все, я глаза перевела на таблицу, я восприняла, я дальше читаю текст. Поэтому таблица у вас не может быть очень далеко от этой отсылки. И, безусловно, вот все, что касается приложений, если они есть, они являются необязательной частью вашей диссертации, то, безусловно, приложения должны у вас иметь название и по ГОСТу быть оформлены, потому что иначе это тоже будет техническая ошибка. Кроме того, у нас часто бывает, что аспиранты, докторанты используют автособираемое оглавление, и тогда с этим проблем меньше, там другие проблемы, но об этом не сегодня. А вот если вы, например, делаете руками оглавление в диссертации, то часто бывает такое, что те странички, которые указаны в оглавлении, вы, например, раньше его сделали и забыли к нему вернуться и не проверили. И вот здесь как раз возникает ситуация, при которой эксперт, глядя на ваше оглавление, ищет по этой страничке, например, главу или параграф, а там они не находятся. Это ошибка, этого быть у вас не должно. Ну и еще один технический блок, который связан с, казалось бы, не с текстом, но он повлияет на качество вашего текста, это ошибки в организации ваших работ. Дело все в том, что вы не только текст пишете, вы еще и публикации готовите, вы еще и исследования проводите. Вот сегодня, в рамках сегодняшней темы, я вообще не касаюсь того, что вы проводите исследования. Это как бы очевидно, понятно, и это остается за скобками, потому что в разных науках способ проведения исследования, длительность и так далее, да, оно разное, и поэтому мы не касаемся этого. Но, тем не менее, если вы не знаете, за что вам схватиться, когда вам писать текст, когда вам исследования проводить, когда вам публикации писать, это, безусловно, скажется на качестве текста по той простой причине, что, например, вы начинаете его писать тогда, когда еще не вполне окончательно готовы результаты. Или вы написали диссертационный текст, потом из него взяли, сделали публикацию, и оказалось, что текст в диссертации у вас слабее, чем текст в публикации, потому что он возник потом, уже на более как бы осознанное состояние. Поэтому вот здесь вот это очень важно понять, что я вообще должен делать. Мы с вами об этом говорили, в том числе в прошлый раз говорили. Поэтому, пожалуйста, если вы не были на прошлом вебинаре, посмотрите его в записи, там по организации работ мы как раз много нюансов подсветили. Ну и еще один очень важный момент, это когда вы не знаете технологии работы с текстом. То есть вообще, в принципе, подготовка любого научного текста, с одной стороны, это творчество, потому что мы что-то ищем, мы что-то изучаем, мы пытаемся получить что-то новое. С другой стороны, это совершенно четкая технология, потому что есть ограничения, есть определенные требования, которые есть и так далее. И поэтому, если этими технологиями вы не владеете, у вас получается не очень, скажем так, да, когда вот текст прочитали, и вот вам, например, говорят, как-то не очень внятно, или текст неяркий, или вы меня не убедили. Вот такие вот формулировки, когда эксперт вам дает, то, соответственно, значит, с текстом вы не очень хорошо поработали, что-то там, чего-то там не хватило. И поэтому, если, кстати говоря, у вас есть запрос на это, да, если вам хочется разобраться с тем, как
с текстом работать, с тем, как его сделать ярче, не только с текстом, то как раз-таки можно присоединиться к курсу, и мы об этом с вами не только будем говорить, мы это будем делать в рамках домашнего задания, прямо-таки за ручку со мной, соответственно, с моей обратной связью, для того, чтобы у вас сразу был результат. У нас, безусловно, спектр тем будет широкий, мы будем говорить как раз-таки обо всех видах деятельности, а не только о том, как писать текст, хотя о тексте, конечно же, тоже. В любом случае, наша задача будет состоять в том, чтобы вы не просто получили некую карту, да, вашего движения, вот вы идете от точки А в точку Б, от выбора темы до защиты и подготовки документов после нее, а чтобы вы понимали те нюансы, которые, с которыми вы будете сталкиваться, и, соответственно, как эти сложности можно преодолеть. Поэтому, если вам актуально, буду рада вас видеть, буду рада вас сопроводить, совсем скоро уже можем встретиться. Ну, а продолжая по поводу ошибок, так, у нас тут есть какой-то вопрос, где найти требования ГОСТ к оформлению диссертации. Анна, вопрос следующий, как раз вот вы прям, что называется, читаете мысли, да, чуть-чуть раньше задали вопрос. На самом деле ГОСТов очень много, потому что вот... Сегодня нас сопровождает Татьяна и ведет большое количество вебинаров, посвященных именно ГОСТам по оформлению списка, по оформлению ссылок, по оформлению всего-всего и вся. Поэтому на самом деле ГОСТов много, но у нас есть ГОСТ, который посвящен конкретно диссертации и конкретно автореферату, и поэтому его очень просто найти. Вы можете в поисковике набрать ГОСТ по диссертации и автореферату, и вам этот ГОСТ, он в свободном доступе есть, вам этот ГОСТ, найдете его. Там единственное, очень общо, я бы так сказала, да, несмотря на то, что требования есть, но не все очевидно, не все понятно, и опять же, без учета специфики специальностей, а она очень существенна. Так на какие требования тогда мы должны с вами, в принципе, ориентироваться? У нас требования разные, требования официальные, это вот в частности положение о присуждении ученых степеней, это у нас документ, который есть в открытом доступе, опять же, его не проблема совершенно найти, но он, опять же, очень общие требования, мы сегодня про них проговорим, содержит. ГОСТы, которые и с точки зрения диссертации, автореферата, и с точки зрения оформления, их куча целая. И у нас есть так называемые неписанные требования, это то, как представляют вашу работу диссертационный совет, и, безусловно, мы это с вами должны учесть. Что именно с точки зрения положения о присуждении ученых степеней от нас с вами ждут в работе? Я специально вам из положения вставила на слайд статью 10, где написано, что наша диссертация должна быть написана автором, вот оно первое требование, она должна обладать внутренним единством, это требование к структуре вашей работы, и она должна содержать научные результаты, да, положения, которые выдвигаются для защиты, и свидетельствовать о личном вкладе. То есть вы должны сами в тексте показать, мы вот сейчас перейдем как раз к этим моментам, да, почему вы считаете, что это новизна. Как проверяется, что вы самостоятельно писали работу? Ну, естественно, к вам домой никто не приходит и не спрашивает, вы пишете сами или не сами. Но это совершенно не значит, что работу нужно писать не самостоятельно, безусловно, ее нужно писать самому. А как мы это делаем? Мы должны в тексте отделить четко то, что наше, от того, что не наше. И мы это делаем с помощью цитирования, грамотно оформленного цитирования. Если кратко, то нам обязательно нужно, чтобы на любой заимствованный материал в тексте стояла ссылка. Если вы эту ошибку допускаете, то вашу работу вообще не то что не принимают, вашу работу на любом этапе могут как бы остановить продвижение вашей работы с большими последствиями для вас. Поэтому ссылки мы ставим в обязательном порядке. Когда мы говорим об оформлении, опять же, чтобы ваше заимствование было корректным, мы должны оформлять по тем требованиям, которые есть. Например, если я ссылаюсь на источник, я его должна, эту ссылку должна поставить в конце. То есть я, например, пишу «Иванов Иван Иванович в своей работе открываю кавычки то-то, то-то, то-то», закавычила, открыла
квадратные скобки, указала источник и страницу. И, кстати говоря, очень часто бывает, что при оформлении ссылок не указаны страницы. А как вы предполагаете, что эксперт должен проверить вообще, вы оттуда взяли или нет? Вы ему, например, монографию предлагаете прочитать, что ли, чтобы он понял, что да, я цитирую, вот вы цитируете оттуда. То есть, конечно, страницы надо ставить. Опять же, но, вот везде, друзья, есть но. Когда я говорю, что очень важно разобраться с нюансами, вот я как раз про те самые но. Например, если вы пишете работу по медицине, вы можете открыть любую работу по медицине, там ни одной ссылки со страницами не будет. Но это вот особенность такая вот этой специальности. Поэтому если ваша специальность предполагает, да, что нужны страницы, обязательно ставим. Паспорт специальности – важнейшая вещь, на которую нужно обращать внимание. Почему? Потому что что такое паспорт специальности? Паспорт специальности – это документ, в котором изложены те сферы, внутри которых должно поместиться ваше исследование, то есть тема, предмет, объект и ваша новизна, и тогда вы получите ученую степень по этой специальности. Давайте, например, по паспорту. Значит, ошибки две самые распространенные. Первая ошибка – это когда плохо изучили паспорт, вы не посмотрели нюансы, которые есть в паспорте в самом начале подготовки диссертации, вы отложили это на потом, я потом сделаю, потом когда-нибудь, либо забыли, либо когда вы сделали, уже как бы поняли, что половина вышла за ваш паспорт. Это очень серьезно, у вас работу могут просто-напросто отклонить. Что я имею в виду? Давайте на конкретных примерах. Итак, вот предположим, вы пишете работу по педагогическим наукам. Вот так будет выглядеть паспорт специальности 587. Я просто для примера взяла, да? И посмотрите, паспорт называется «Методология и технология профессионального образования». Если у меня не по профобразованию диссертация, все, я в этот паспорт не вхожу. Вот так вот я вам скажу на сленге, да? То есть ваша тема в этот паспорт не входит. Если у вас методика преподавания каких-то дисциплин, там, я не знаю, уроков в школе, например, или еще что-то, все, вы не здесь. Соответственно, когда у вас есть специальность, вы определили, по какой специальности вы готовите работу, вы обязательно должны посмотреть паспорт. Следующий пример, еще один, да, открываю я паспорт, я, например, готовлю работу по 5.10.1, теория, история, культура и искусство, и что я вижу, оказывается, я хочу получить степень, там, кандидат философских наук, например, а я вижу, что, оказывается, в этом паспорте есть три отрасли наук, по которым я могу получить ученую степень, что мне делать? Вам нужно понять, какие области относятся или как ту или иную тему подать с точки зрения вашей науки, да, либо какие конкретно вот эти пункты, какие направления исследований относятся к философским, и их брать для себя, то есть и внутри них искать вот эту свою тему, новизну и так далее. Ну, еще один пример паспорта, очень сложного паспорта, потому что в нем вот какой нюанс. Например, вы пишете работу по маркетингу, да, тем не менее ваш паспорт будет называться 523 региональная отраслевая экономика. Почему? Потому что в этом паспорте, обратите внимание, направление исследований по специальностям. То есть в одном паспорте включены более 10 разных специальностей. То есть региональная экономика выделена, например, отдельным блоком, и тут свои тематики, которые вы можете взять. Это не прям темы, это области, да, направления исследований, внутри которых должны находиться ваши темы, новизна и так далее. А если вы, например, изучаете и готовите работу по маркетингу, то в этом же паспорте вы будете искать в другой совершенно зоне. Вам не надо на это обращать внимание, вы смотрите на свой пункт. Вот это понятно, друзья, с паспортами, это очень важно. Моргните мне, пожалуйста, огоньками.
Это очень важно, потому что это влияет на экспертизу вашей работы, на продвижение и вообще на защиту, потому что если вы защитились, защита состоялась, но ВАК пришли ваши документы, и ВАК считает, что у вас не в паспорте работа, все, у вас защиту, как бы результаты вашей защиты отменятся, да, то есть вам не присудят ученую степень, не присудят, правильно как сказать, да, ученую степень. Дальше поехали. Что касается текста, еще несколько минут по вот этому важному блоку. Значит, когда мы пишем с вами текст, на что мы с вами обращаем внимание? Во-первых, то, что сразу бросается в глаза, и напоминаю вам, помните, мы сейчас в структуре требований указали, что у нас самостоятельность, это значит, мы цитирование должны правильно оформить, целостная структура, это значит, требования к структуре есть. И, собственно говоря, требования к новизне, сейчас мы их тоже посмотрим, как, где там могут быть ошибки. По структуре. Структура у вас может быть классическая. Три главы с тремя параграфами. Вот перед вами классическая структура диссертации, кандидатской. Понятно, в докторской там будет другое количество глав, но, тем не менее, их там будет 5, например, по 3 параграфа. Что касается специфики специальности, опять, почему, вот казалось бы, ну я все могу прочитать, я могу прочитать книжку, как написать диссертацию, я могу там посмотреть диссертацию, все вроде бы могу, но тем не менее настолько много нюансов, что когда вы касаетесь своей темы, своей специальности, не все понятно. И вот здесь очень важно учесть эту специфику специальности, потому что, например, опять же, медицинские науки, науки по дизайну, работы по дизайну, работы исторические, философские, вообще будет другая структура, вот просто другая структура будет. Казалось бы, по ГОСТу есть какие-то определенные требования, но вы заходите, смотрите работу и видите, что она другая. Поэтому ваша задача понять, а как в вашей специальности. Что еще бросается в глаза? Когда работа представляет собой набор идей. Идеи могут быть даже очень интересные, идеи могут быть даже реализованные, но непонятно, что откуда, как они взаимосвязаны, что такое научная работа. Вообще наука – это не просто рассказ о чем-то, это не повествование. Мы с вами должны установить взаимосвязи, выявить закономерности, я не знаю, найти какие-то тренды. То есть у нас должно быть с вами вот одно вытекает из другое, потому что это предопределяет вот это. И тогда ваша работа будет по структуре восприниматься целостной и хорошо проработанной, логически выстроенной. Еще какой момент бывает? Опять же, это вот мы дальше оглавление, даже вот я эксперт, открываю работу, и я сразу по оглавлению могу сразу же на достаточно большое количество процентов составить представление о том, что я дальше буду читать. Вот эта работа меня захватит или, скорее всего, нет, но по поводу того, как она структурирована, раз, и второй момент, это связано с наполнением параграфов и глав. То есть, конечно, хорошо, классно, когда ваша работа сбалансирована, когда там есть и видно, что автор понимает, что вот одна глава у меня столько-то, и не может быть такого, что а в другой главе у меня параграф такого же размера, как глава, например, там первая или вторая. Тогда возникает вопрос к структурированию материала, значит, вы недостаточно грамотно к этому вопросу подошли. Ну и, конечно, когда мы говорим о структуре работы, об оглавлении, в некоторых специальностях прям в оглавление вносятся выводы по главе, да. Но в любом случае, даже если ваша специальность не предполагает этого, то, по крайней мере, внутри текста у вас эти выводы должны быть. То есть мы же к чему-то пришли, мы же зачем-то этот параграф писали, поэтому вот эти выводы, конечно же, нам очень важно иметь. Следующий важный нюанс уже касательно содержания диссертации, то есть, собственно говоря, ее текста и всех компонентов, которые с ним связаны. Вот я не случайно спросила, на каком этапе у нас слушатели сегодня, и мы видели, что у нас 2 или 3 человека ответили ноль или несогласованность еще темы. Друзья, если вы находитесь на этом этапе, обратите внимание на свою тему, не слишком ли она широка для вашей заявляемой диссертации. Что я имею в виду? Очень
большой есть порыв у аспирантов рассказать обо всем на свете. И берется очень широкая тема, которая, она просто не может быть реализована в рамках кандидатской диссертации. Я сейчас, может быть, скажу странную вещь, но кандидатская диссертация – это короткая работа. То есть по сравнению с докторской – это короткая работа. И поэтому... Но не всегда широкая тема, точнее говоря, часто широкая тема – это нехорошо. Это вы создаете для себя сложности. Поэтому постарайтесь эту тему конкретизировать максимально, да, точно, для того, чтобы вы понимали, о чем она, что вы собираетесь в ней показать, рассказать и что сделать, что можете, да, предложить в качестве новизны. Важнейший компонент – это… как бы логика построения и взаимосвязи содержательные внутри работы. У нас тоже с вами был вебинар, не помню, когда, по-моему, в прошлом году мы его проводили, где я рассказывала о логике построения диссертации. Тоже в курсе мы об этом много говорим, и это делаем, мы стараемся ее выстроить прямо в рамках курса. У вас должно быть обязательно прям видно взаимосвязь темы, цели работы, объект-предмет и, собственно говоря, цель с задачами, да, тоже они должны находиться в определенной взаимосвязи. Часто бывает, что это вообще про разное, и становится понятно, непонятно вообще, как бы научный руководитель. Вот у меня всегда возникает другой вопрос. А научный руководитель это видел? То есть, как бы, обязательно контактируйте по этому вопросу с научным руководителем для того, чтобы здесь у вас не было проблем. Это очень важно, это сразу видно, это экспертным взглядом сразу видно. И еще важный момент. Ваши задачи, они формулируются не просто так, лишь бы их сформулировать. Задачи предопределяют результаты. И если у вас какая-то задача сформулирована, а выводов по ней нет, возникает вопрос, а вы ее что, не решили? Вы ее не решали? Зачем вы ее тогда ставили? Или наоборот, есть какой-то вывод, непонятно откуда он возник. То есть вы не собирались это исследовать, и вдруг у вас вывод, где что-то вот такое. То есть вот этого баланса нет. Это очень сильно снижает оценку качества вашей научной работы, потому что понятно, что автор не вполне понимает, что он хотел показать или дойти до чего и так далее. Еще одно очень важное замечание, которое тоже сразу можно увидеть. На слайде пример не того, что здесь слабое обоснование актуальности, а на слайде пример раздела, связанного с актуальностью. Так вот, если в работе актуальность исследования плохо обоснована, да, недостаточно четко, недостаточно ярко, значит, остался вопрос, а зачем нужна ваша диссертация? То есть относитесь к подготовке раздела «Актуальность», он кажется очень коротким. Ну что там, я две странички написал, и что? Друзья, это очень важный раздел, потому что этот раздел как бы позволяет вам определить, очертить свое исследовательское место среди других исследователей. И очень важно показать, что без вашей работы вот прям спасу нет, вот вы прям обречены были ее написать, потому что вот именно сейчас, именно в этой проблеме есть определенные сложности. И, пожалуйста, вот здесь вот начинается, да, в наши дни актуальный тра-та-та, то есть вы показываете, почему это, почему сейчас внутри актуальности не просто так, а для того, чтобы показать, зачем нужна ваша диссертация. Этот ответ должен быть в этом разделе, очень четко читаем. Ну и еще пару моментов по тексту. Это когда у вас в первой главе, первая глава должна быть посвящена как раз в том числе представлению тех теоретических основ, которые есть по поводу вашего исследования, уже до вас проведены работы, вы их представляете, и очень частая ошибка состоит в том, что здесь просто перечисление. Иванов в своем исследовании то-то, Петров в своем исследовании то-то, Сидоров то-то. Все. Это не научная дискуссия, это рассказ о них, это они молодцы, они это сделали, а вы? А вы как автор, где вы в этом тексте? А вы что по этому поводу думаете? А вы с ними должны как-то дискутировать. Да понятно, что вы не лично с ними дискутируете. Эта научная дискуссия должна возникнуть в тексте. А еще очень частая ошибка, когда
автор диссертации подбирает работы, созвучные с его мнением, и не берет те, которые отличаются. Ни в коем случае так делать не надо. Наоборот, нужно показать, существуют такие взгляды, такие, эти вот так считают, а эти вот наоборот вот так, а эти подсвечивают вот это, а эти считают совершенно по-другому, потому-то. А мы, да, а вы как автор, вы-то где здесь, вы к кому присоединяетесь, или вы против, или за, или у вас вообще совершенно своя точка зрения. Вот такой должен быть текст в первой главе, тогда это будет классно. Следующее, когда как раз-таки не видны установленные взаимоотношения, нет какого-то понимания, что является условием чего, или чем отличаются условия от факторов. Вот условия и факторы – это одно и то же. Наверное, не одно и то же. А если это не одно и то же, то чем отличается? А что на что влияет? А что что предопределяет? А почему именно так? Вот причинно-следственная связь. Что стало причинами того, что произошло вот так? То есть вот это все, оно должно быть в вашей работе, иначе это будет просто повествование, это будет просто рассказ о каких-то явлениях, которые вы наблюдали. Ну и, безусловно, важный нюанс, связанный с не со всеми работами, а с теми работами, где есть цифровые данные. Если этих цифровых данных много, это просто образец таблицы, здесь вообще нет никакого описания, да. Но любую таблицу, которую вы вставляете в работу, она, естественно, должна содержать какой-то комментарий. Но этот комментарий не должен быть пересказан. Вы не должны, например, говорить, что там объем коммерческого рынка медицинских услуг там, в 2012 году был столько-то, в 2013 столько-то. Прочитайте работы, в некоторых работах именно так и есть. Это неправильно. Вы должны как раз-таки показать, растет, падает, где максимум, где минимум, смотря какая задача. Вообще любой текст вы должны писать через ту задачу, которую вы решаете. Вы что хотите показать, приводя вот эти цифры? Вот и опишите это в своей работе. И эти цифры для чего здесь? Для того, чтобы показать динамику, и вы придете там в своей работе к тому-то, к чему? Может быть, это приведет к вас новизне, может быть, это обосновывает вашу позицию. То есть для чего? Исходя из этого ответа на этот вопрос, вы делаете описание таблицы, которые приводите в тексте. Но еще пару важных моментов. Безусловно, содержание диссертации мы не просто рассматриваем как какой-то текст. Вообще диссертацию вы защищаете не диссертацию, а вы защищаете положения, выносимые на защиту. То есть вы защищаете научные результаты. И поэтому центральным текстом в вашей работе является все, что связано с новизной. И эта новизна, во-первых, она должна быть понятна. То есть вы не просто на защите должны быть готовы ответить на вопрос, что является новизной в вашей диссертации. Вот ответ на вопрос, что? Метод, методика, классификация, тренд, что? Да? И это должно прям четко в вашей работе видеться. И второй вопрос, который очень важен. Почему это мы должны считать новизной? Что здесь нового? Обоснуйте, докажите мне, аргументируйте. Как мы это делаем? Мы с вами тоже уже говорили как-то на одном из вебинаров, что у нас есть такой метод сравнения, когда мы с вами говорим, вот у этих так-то в исследовании, у этих вот так-то, а мы делаем вот так-то. Вот у нас такие-то особенности, вот это, и это дает вот это. Вот она, вот ваша новизна, вот теперь понятно. До тех пор, пока вы вот это не сказали, не объяснили, ну, новизна это или не новизна, кто-то будет в этом разбираться, а кто-то из экспертов и не будет, он скажет, недостаточно обоснованно, не явно, не видно, не аргументировано, не доказано. Ну и, безусловно, в заключение мне бы хотелось еще пару слов буквально сказать о стилистике, о научном языке, который сразу бросается в глаза. И когда мы говорим с вами о научной работе, мы должны понимать, что текст научной работы, текст диссертации, это вообще не текст, который мы пишем, там, который мы используем в лекционных там, занятиях или в обычной речи. Да? Этот стиль научный, научный язык тяготеет к нормированной речи. То есть в каждой науке
есть определенные категории, они наделены определенным смыслом, и мы с вами должны это использовать. То есть все, что касается понятийно-категориального аппарата, это все здесь. Вы говорите на языке своей науки. Иногда читаешь юридическую работу, например, да, а там идет психология, там еще что-то, и ты задаешься вопросом. Я прям иногда пролистываю и думаю, о, это работа по психологии или по юриспруденции. Она интересная, все здорово, все замечательно. Ну какое это отношение имеет к вашей науке? Или там экономики очень много в работе там по юриспруденции или по той же психологии, например. Второй важный момент – это отсутствие эмоциональности. Мы не можем ставить там по три восклицательных знака, мы не можем использовать какие-то очень такие выражения, содержащие эпитеты какие-то, превосходнейший, замечательнейший, там, выдающийся, ладно, ну и то, смотря по отношению к чему. И вот здесь вот нужно немножко себя как бы остужать в этом смысле. Ну и все, что касается, опять же, особенностей вашей специальности. Если в вашей специальности есть какие-то устоявшиеся сокращения, аббревиатуры, какие-то технические сокращения, общепринятые используете, то мы их используем правильно. И если это ваша специализированная аббревиатура, вы ее обязательно должны расшифровать, она должна быть понятна. Более того, ГОСТ нам позволяет сделать дополнительный, необязательный элемент в диссертации, это перечень ваших сокращений. Вы можете это сделать, если у вас их много, и тогда их уже использовать в тексте смело. Просто так они с неба упасть, конечно же, не могут. Но, естественно, если мы используем какие-то обозначения общепринятые, то мы их используем именно так, как они приняты в науке. Ну что, друзья, я постаралась, опять перебрала со временем, но постаралась вам подсветить все возможные ошибки, которые могут возникнуть. Дайте мне, пожалуйста, связь звездочками, этими огонечками, насколько это было для вас полезно. Я вижу, что вы меня забросали сообщениями, за что вам большое спасибо. Сейчас буду отвечать на них. Так, где на эти требования, это я видела. Угу. Новый ГОСТ, вот Татьяна вам подсказывает. Так, ориентируемся в первую очередь на ваши методические рекомендации. Друзья, еще раз по ГОСТам, еще раз напоминаю. Первое, у нас есть Татьяна, которая вас за ручку ведет в каждом ГОСТе. Второе, при этом мы с Татьяной за ручку идем, безусловно, но мы с вами помним, что у нас ГОСТы носят рекомендательный характер, и в вашей специальности может быть совсем все по-другому. Поэтому вы и здесь должны как бы разобраться, да, но и вот эти особенности своей специальности тоже знать. Вот мы, например, на курсе мы начнем с того, что каждый заполняет анкету, и я каждый курс под каждую группу меняю, потому что нам нужно, чтобы каждый слушатель получил вот то, зачем он пришел, а не просто то, что я сегодня вам какие-то паспорта специальности дала, любые, потому что я не знаю, кто сегодня будет присутствовать на курсе, будет только все, что связано с теми участниками конкретной группы, которая приходит. Как оформлять ссылки на электронные ресурсы? Анна, опять же, вот Татьяна вам, наверное, да, подсказывает, как их оформлять. На курсе рассказываю, ну, сегодня не об этом, но опять же, да, мы с вами, я детально рассказывать прямо как оформлять, вот здесь точка, запятую, это не наша с вами причина встретиться на курсе, наша задача написать классную диссертацию, научиться оформлять ссылочки, и это все это можно отдельно. Так, смотря какой, так много нюансов, разновидностей, статья с сайта одно, статья из другого. Да, тут вот я вижу, что вы рассуждали о том, что все пропитано этими нюансами, так оно и есть, было полезно, благодарю.
Благодарю, друзья, благодарю. Ну что, тогда я не смею вас задерживать. Благодарю, что вы провели это время со мной. Надеюсь, что вам было приятно и полезно, что самое главное. Поэтому, пожалуйста, приходите на наши новые встречи. Ну, безусловно, буду рада встретиться на курсе и помочь вам преодолеть ваш путь с большим удовольствием, быстрее и эффективнее. Вам прекрасного дня, будьте здоровы и всего доброго.